стакан граненый робко поднимаю. Рука дрожит, волнение в груди. Теперь я лучше это понимаю. Кем были вы и как вы нам нужны? Как это мало, совести внимаю. Вы честь и слава, как тут ни крути. Для вас по жизни твердо это знаю. Гораздо больше сделать мы должны. Отечество герои вас признают, когда сойдутся в вечности пути. Болезни вас да не поборют, будь легок труд и праведен покой. А ваши дети с вечностью не споря, родят внучат вам, правнуков даешь. Уходит пена, остается море прозрачным, чистою водой. И то, что были иногда в раздоре, простите ради Бога, молодежь. Пусть не коснется жизни ваших горе, но только счастье в поросли молодой. Заслуги ваши не бесследны, ведь служба наша вплоть до этих пор живет, хотя скажу, и не безбедно. Оперативно, как и прежде, 01. Традиции конвою мерной передаются в сумраке годин. Присяги вы служили верно и справедливо, поучительный укор. Порою вовсе даже неприметно вы шлете нам, как мудрый господин. Но что же, други, скажем вкратце, за вас, пожарные отцы, тушилы и водилы службы, братцы. Теперь блистать вам новой красотой, с огнем коварным вам уже не драться. Вы ветераны, мы же, но постой, а как же нам, куда без вас деваться? Вы опыта и мудрости ларцы, и нам не гоже с вами расставаться. Ни в этой жизни, и скажу, не в той. Стакан граненый робко поднимаю, рука дрожит, волнение в груди. Теперь я лучше это понимаю. Кем были вы на огненном пути?